А это тормозное шоссе Ярославля, остановка Шпалозавод. Больше 10 дней назад в нескольких метрах от остановки легковая машина врезалась в столб и сбила его. Столб скинули, машину эвакуировали, а вот провода провисли и до сих пор практически лежат на земле. На эту остановку ходят и дети, и пенсионеры. А убирать провода, по всей видимости, никто не собирается, возмущается наш мобильный репортер. Что же должно произойти, чтобы их убрали?